Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Во вторник в Самарской области пасмурно, будет идти дождь, местами сильный. Температура днем плюс 13, плюс 17, ночью 10-11 градусов выше 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и продолжительный дождь. Днем плюс 16, ночью 10 выше 0. Северо-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 15, ночью плюс 11 градусов. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, дождь, утром сильный, плюс 16, в дневное время ночью 10 с плюсом. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.